Ну и чё, и где? Вот сейчас Джеймс Понд выпадет. О, Комик Зон, смотри, Комик Зон рядом. Ну, Комик Зон. Вот это да. Вот это зарандомило. Красота. Наконец-то что-то реально супер крутое выпало. А не вот это вот все. Хорошо. И это же хорошо. Из Геншина даже вышел, ну все. Ну чё, first try или не first try? Или не получится first try? Наконец-то! Супер крутая игра, спасибо. Спасибо тебе. О, рандомайзер богов. Да мне пофиг на эту кли. Мне бы посрать на Геншина вообще, что там происходит. То есть то, что она там фигурирует, мне вообще как-то абсолютно посрать. О, да. Мне на персонажей просто посрать там. Типа, какая мне до них дело. Я просто за Кли играю и все. Но мне абсолютно не посрать. На всех остальных тоже. О, да, Комик Зон, ёптать. Так, как играть-то? Ага, все. Все вспомнил, погнали. Ну чё, first try или нет? Ну, в 20 минут успею, если first try? Блин, супер крутая игра, ждали. Ну чё, за 20 минут за спидранью, а? First try-то. Чтобы опять в говно какое-нибудь поиграть, а? Хватит нам хороших игр. Одна выпала и хватит. Типа, сколько можно хороших игр? Все, спидраним, ферстраим за 20 минут и все. И быстрее наше любимое говно. То есть, что это? Не дело в хорошие игры-то играть. Ладно, может я солюсь на втором уровне. Не? Ну, в конце. Ну, нигде босс, а где там, типа, надо на жердочке висеть и отбиваться от куриц этих летающих. Я ж не специально, меня там это собьют, я упаду вниз и все такое. Так, а еще давай, можно выбрать концовку, давай. Хорошую, где тянку спасают. Или не. Или плохую, где я ее не спасаю. Хорошая, конечно. А почему это, конечно? Так, ну-ка. Я сейчас вообще на этом прыжке сольюсь. А? Я, кстати, первый раз, когда играл, я реально не мог вот это. Перепрыгнуть вот это место. Перепрыгнул, смотри. Как так? Взял и перепрыгнул.
Так, оп, погнали. Да, вопрос. 10 из 10 на кончиков пальцев, как говорится, а? Как же здорово. Наконец-то повезло. Наконец-то. Сколько можно было в говно играть? Ну сколько? И это того стоило, чтобы насладиться просто самой шикарной игрой. Да, в смысле ты не отпульнул его? О, хорошо-то как. Хорошо-то как, боже ты мой, как будто в первый раз в жизни ешь. Прям вкусно. 20 минуточек, да? Настолько хорошая игра, что надо First Time быстро ее пройти. О, в смысле? Как так меня задамажило? Так, тихо. Что происходит? Да. А, ну еще я могу на знаках вопроса слиться, если я их буду брать. Можно их просто не брать и все. Так, хилка внизу будет. Один. Гидральский, да. И реально они на гидральских похожи. Ну, либо гидральски на них. Что там? Что там раньше? Ну, это раньше, я думаю, вышло. А, ну, конечно, раньше, да. Конечно, это раньше вышло. Да, конечно, в любом случае StarCraft позже, чем Comic Zone вышел. В любом, даже если игра в 96-м вышла, все равно StarCraft вышел позже. Все. Первый уровень пройден. Да, первый. 3 уровня, блин, а. Как плохо, что такая игра имеет всего 3 уровня. Ну как это так-то вообще? Почему? 4. 4 уровня, не 3. Наврал, наебав. 4 уровня. Так, с этого... А, тут бутылки вверху. Так. Блин, я почти все помню даже. Либо все, либо почти все. Блин, а вот будет здорово, если следующий выйдет Streets of Rage. Третий, а? Погулять. Как здорово-то будет. Вообще класс. И либо черепашки, а? Тоже вкуснота какая. Я знаю, что невозможно. Так, если налево, то тут нужно будет сломать. А если вниз, то через знак вопроса. Если вниз, то через знак вопроса. Да, по-моему, так.
Либо тут знак вопроса будет. Блин, вот на знаке вопроса можно реально отъехать. Раньше я помнил расстояние, с помощью которого можно было взрывать эти ящики, и при этом они тебе не дамажили. Так, все. Мне это близко, так. И у меня получалось так делать, что я буквально там, ну, в пиксель вставал, и меня не били они. О, о, могу, могу, умею, практикую. Так, крыса. Крыса нужна внизу, чтобы достать гранату, чтобы убить чела. Кулак. Кулак тоже нужен. Ладно, значит, бухаем. Берем кулак. Кулак я внизу использую. Может, и нет. Один. Один можно внизу использовать, когда на жердочке будешь висеть. А один можно донести. Попал все-таки, а. Да в смысле? Да что происходит? Дайте мне... Блядь, дай... Сука, уйди. Дай... Да не, не надо. Нормально. Все нормально. Бомжи просто с двух сторон что-то зажали. Так, тут же ничего нету, да? Да, ничего. Так, вот тут тогда крысу скидываем, берем гранату. И тут помираем. Не помер? Не помер! Был близок, но не помер. Фух. Но что-то да, что-то херово. ХП-то нет. А мне сейчас нужно прокатиться. Ага, что у меня не всегда получается. Получилось. Так. А, бля, надо было крысу-то брать. Тут сейчас хилку можно было бы достать. Надо было брать гранату, потом брать крысу. И тут еще одна хилка. Ладно. Так, а вот тут может игра сломаться, кстати. А? Было же такое. Так, и тут, да, надо было крысу все-таки брать, блин.
Так, значит, вниз, если идти, там чел сидит на колодце. Его взрываем гранатой. А если через лево... Наверное, через лево. Так, успею? Успею. Блин, опять хп нету, черт. Так, а что тут? Я не помню, что тут. Ножик. Динамит. А мне некуда его брать. Плохо, что нету хп, а хп это только внизу будет. Ладно, тут использую, чтобы не отъехать. И это мы и так заковыряем. Так, да, тут хилочка. Ну, чё-то прям, ну, такое себе по хп. Как-то прям плохо. Один хп гейминг, да. Так, ладно, чтобы не рисковать, можно знаки вопроса не брать. Но тогда на следующем уровне можно в секретку не идти, потому что там хрен пройдешь, если не брать знаки вопроса, а напрямую пройти. Но напрямую можно упасть в лаву. Да, в смысле? Да, чел, старикан, вернись. Не, за 20 минут не успею. За полчасика. Все. Что-то с ХП у меня прям супер плохо. Никогда так мало не было. Так, крыс тут, динамит тут. Не тут. Динамит в этой, в роже. Да, динамит в роже. Ага. Вот этих челов, если держать в захвате, они превращаются в других персонажей. Вот этих гидралисков. Так. Ну, зеленый, ты не хочешь при... Да что происходит? А, ну и сейчас могу отъехать.
Так, тут граната, да? Кулак. А как разминировать? Всегда можно отъехать, это да. А как разминировать-то, в смысле? Ну, самолетик вообще не кидай, потому что он жизнь-то отнимает. Бам. Так, вверху упадет граната и это. Возьмем гранату. Так, вот тут можно найти секретку, но там будут знаки вопроса. И если я от них отъеду, я не виноват. Типа, ну, а как я могу знать, что тут бомба? Ладно. Мне нужен крыс по-любому. И кулак. Так, нож юзаем. Берем кулак и спускаемся. И кулак сейчас используем. Вот. Так, значит. Да-да-да, тут гидралиск. Так, вот сейчас главное аккуратно перепрыгнуть. Фух, получилось. Оп, отлично. Отлично. ХП, правда, нет ни хрена. Но отлично. Так, и тут знак вопроса я тоже брать не буду, потому что есть риск упасть на мину. А жизни у меня-то ни хрена нету. Так, по-моему, если пойти вниз, то будет хилочка. Динамит. Или хилочка. О, хилочка. Хилочку надо обязательно. Крыс, вернись! Крыс, ну ты чё, дурак? Я не хочу сюда идти. Да, в смысле? Во. Так, идем сюда. Не, ну нормально, нормально. Вот до сюда динамит бы наносить. Динамит кидаешь прямо вниз и все. И сразу дальше проходишь. И не нужно никого избивать. Так, тут, по-моему, ничего, да? Да, ничего. Внизу чел с первого. А, ага. А, тут нож нужен. Да, кидаешь ножом, он сбрасывает вот этот шар, и шаром дверь ломаешь. И... Ладно, ломаем дверь. Гранату там на следующую дверь, или там место какое-то будет. Да самолетик это минус хп, блять. Черт. Чё? В смысле? Что? Чего?
Ну а, блядь, а что? Ну, а я как бы не проиграл. Я не проиграл. Все, я ничего не знаю. Все, играем дальше. У меня было все нормально с ХП, все хорошо, он просто ресетнулся почему-то. Что? Ладно, еще поиграем. Это же в кайф. Еще поиграть-то. Но почему перезагрузилось-то? Так а мне даже и тратить нечего. Ну, какие-то глюки-то. Либо с эмулятором. Ну, тут, скорее всего, опять же, претензии каким-нибудь. Конфликт железа, скорее всего, идет. Ну уж на Сеге, даже на пиратских картриджах такого не было. Я помню, на Сеге на пиратке было как раз в уровне, если не идти в секретку, а идти дальше. И там лава внизу. Если на лаву прыгать, у тебя игра зависала. То есть вот это вот было. А больше на пиратках ничего не было, никаких глюков. Да чел, помирай. Ну как бы еще поиграем? Отлично. Это же здорово. Да, в смысле? Что? Да, я что, так сильно подвинул? Серьезно? Ладно. Оу, oh, е. Yeah. Ага, а тут-то... А я кулак где-то просрал? А? Что? А, кулак я ж не... Я не беру тут кулак. Он ж по другому пути берется. Короче, смотрел спидран по Comic Zone. И там сейчас покажу, как двигаются. Ну там, короче, не просто так идут, а вот так вот двигаются. Ну, короче, как вот так вот. Как-то у них получается, и они вот так вот с поднятой ногой у них так быстрее. Ой, просто бегут, я не знаю как. Вот, вот так. И это быстрее, чем вот так идти. Да, так быстрее. Но это как получается? Вот, блять, у меня это не х... Жесть, конечно, там. Задроты просто. Вот, вот так вот. Оп-оп-оп, побежали. А в эту сторону у меня, кстати, не получается так. Вот, а это, о, опа, и погнали. И вот так они все, ну, у них прям, конечно, по-задротски получается. И там реально просто он вот так вот как будто перемещается. Там нету даже анимации, что он прекращает ногу, опускает. Просто бежит вперед и все. Thank you.
Да у меня вообще ничего нет. Кулака нету, динамита нет. Где я все просрал-то? Ладно, придется просто бочку поджигать и все, и стоять чилить. О, видишь, вот. В других превращается, если долго держать. И в захвате. И они там в рандомных превращаются. Могут в такого, могут в чела, который телепортируется с двумя ножами. В кого угодно могут превратиться. Так, ну, надеюсь, в этот раз ничего не случится. Не то чтобы надеюсь, но да, что все прошло нормально. Чтоб нигде ничего не вылетело. Во, я еще вот так вот мины взрывал ударом ноги, и меня не задевало. Вот на том уровне, где надо скакать, самолетик пускать, я на том уровне взрывал так мину. И опять мне нечего брать. Ну ладно, так оставлю. Хилку на всякий случай. Кулак на... Когда на херне буду висеть на канате. А крысу возьму. Кину гранату, возьму обратно крысу. Чтоб там дальше хилочку снова сожрать. Да, эти просто меня били двое, потому что не в том месте был, да. Да. Бам. Да, в смысле ты убежал? Стой! На тебе. Все так. Едим хилочку. Сейчас берем гранату внизу. И кидаем. Заодно даже ничего менять не нужно будет. Крысу сейчас возьмем. Оп. Оп.
Отлично. Так, надо, чтобы он страницу сломал. Да, в смысле не попал. Бам. Все, минус челик. Так, еще одну штуку ждем. Летающую. Где она? Штука, иди сюда. Дэмми. Все? Все, отлично. Отлично. Так, это проход. Тут, по-моему, ничего нет. Ну-ка. Да, тут ничего нет. Как раз хилочка на следующем экране. Не, так, а тут? Ага, да, тут тоже. Да, значит, тут хилка. А, тут знак вопроса. Ладно. Сейчас возьмем. Нож. Чудо-нож. Не зарежешь, не убьешь. Так, а нож куда использовать можно? А некуда. Некуда его использовать. Вот и использовали нож. Да, в смысле? Да почему вы не рвете страницу? Во, молодец, вот я тебя порвала. Так, так-то можно и через низ пойти, но... А, ну хилка есть, да, можно через низ. Так, чел. Лови гранату. Тут динамит, по-моему. Динамит. Ага, и ничего нет. Да. Так, значит, сейчас скидываем динамит и прыгаем. Оп-оп-оп. А тут нож. Я все помню. Все, сука, помню. Здорово, чел. Чё, стреляешь, да? Ну, а получай по роже. Все. Так, ну чё тут? Хилочку берем, сейчас деда просто забиваем. Блин, опять я до деда ну, кулак не донес. Обычно я тут с кулаком прихожу, а то и с двумя. Да, мужик, ну куда ты улетел? Вернись. Да, в смысле? Почему ты улетаешь-то? Good.
Ну опять все взорвал. Все взорвал, гад. Все? Нет. Еще один раз нужно его запинать. Да в смысле, ну мужик, ну что ты делаешь? Да пощади! Что с тобой не так? В чем твоя проблема? Все, все. Оп, запускаем самолетик. Блин, не успел. Блин, а тут можно запустить, короче, самолетик, и когда страница закрывается на черном фоне, будет самолетик лететь. Да. Я чем только не занимался с этой игрой. Как я ее только не мучил. Но не вылетала она ни разу. Ничего с ней не было, не зависало. Только на эмуляторе такие проблемы. Что тогда она первый раз зависла, а в этот раз она вылетела. Ну, охренительно просто. Не, зажали. Да, уйдите. Да, что ты делаешь? Так. Так, вот как бы тебя загреть? Так, чел, иди. Не идет. А, ну его вообще не обязательно бить. Угу. Понятно. Так, может попробовать прыгнуть? Попробовал. Ой-ой-ой. Ну, такие фпсы, да, были. Такое тоже бывало. Не надо было пробовать прыгать. Надо было просто взорвать и... А, ну хилочку дадут. Хорошо, все, все тогда хорошо было. Так и было задумано. И граната тут, да? А, кулак. Тут кулак. Значит, не зря все делал. Так, берем гранату и надеемся, что там нету бомб. Да ты что, не умер-то? Так, а что? А что? А что мы делаем? Ну-ка. Так, наверное, даже лучше будет. Да, а можно мне? Да, а можно мне спуститься вниз? Да что такое? Да, крыса, иди сюда. Ладно. Так, крыса, иди сюда и берем кулак. Нет, кулак. Нет, верни, крыса. Вот, все, сваливай. Бэм. И вот так вот, бам. Все. Легко, легко и просто. Блин, а этот трай у меня вроде быстрее идет, чем прошлый. Так что, в принципе, за 3-4 трая, даже побольше, я за 20 минут пройду. То есть сейчас уже где-то минут 18, наверное, прошло.
Я тоже надеюсь. Блин, если оно опять что-то сглючит, то я просто другой образ возьму. Игры из другого образа. Если уж и сейчас что-то случится. Ну, типа, европейскую версию просто запущу и все. Сейчас американка запущена. Так, а тут случайно ничего не валяется? Я что-то не помню. Да сколько вас бить-то можно? О, последний. Так, крыс тут ничего? Ничего, да? Да, ничего. Так, можно, конечно, попробовать. Не, граната не попробовать. Она же прям в лицо прилетит. Так, ладно, ломаем. Да самолетиком, да зачем? Я меньше хп потрачу, чем если я буду дверь ломать, чем самолетиком. Не меньше, он много, он довольно прилично снимает. Ну-ка. Все. Все работает. Да, блин, опять зажали. Так, внизу сейчас будет монстр из самого начала. Ну, самый первый моб. Но он будет пожирнее. И там, по-моему... Да! И там, по-моему, нож падает. Либо падает, либо можно там с помощью крысы достать. Так, да, и надо его туда запульнуть. Чтоб тут не использовать самолетик, пуляем просто туда моба. Ага, запульнули. Во. А так тут самолетик тратится, чтобы эту херню, если ничего нету. Да в смысле, почему ты меня бьешь? Во, а как раз граната мне нужна будет, чтобы в следующей... на следующем экране двери открыть. Хилок, по-моему-то, больше не будет. А хп у меня что-то прям плохо. Прям плохо с хп. А, или с вот этого нож упадет, чтобы на следующем экране нажать на переключатель, который роняет, что-то делает. Так, нож, да? Нож. Взял нож, режь. Так. Что делает переключатель? Ну-ка. Дверь открывает. А тут граната. Ну, рискуем? Да, да, хорошо. Ха, отлично. А еще при окончании, когда тянку выпускаешь, можно от нее отвернуться. Че, будем отворачиваться или бы нет? И она тебя обнимет, но как бы пустоту. Не будем. Хорошо. Я просто ее столько раз прошел. Просто миллиарды раз. То есть у меня было 4 супер любимые игры. И это Comic Zone, Contra Hard Corps, Черепашки и Streets of Rage 3.
вот, в принципе, и все. Да. Вот и все. Эх, игра. Какая же ты хорошая. Вот, вот сейчас можно нажать. И нажать быстро в другую в сторону. Он успевает отворачиваться, и она обнимает пустоту. А ты в другую сторону отворачиваешься. Все. Эх, игра, игра. Блять. Да, все. Ну теперь какое-то лютое говно. Так, ну я где-то за 25 минут прошел. Где-то так. 25-26. Даже быстрее. У меня же было... А сколько у меня было? 29, по-моему. Ладно, короче, будем считать, что 25 минут. Если бы тогда не сглючила и не вылетела игра, то за 25 минут прошел бы. Ну, я думаю, неплохо за 25 минут пройти. Столько лет в нее не играть и спокойно пройти. Эх, Comic Zone, вот бы вторую бы часть, а? Вот бы какой-нибудь ремейк бы сделали, типа Streets of Rage 4. Как было бы здорово, от этой же компании. Я думаю, эти ребята не обосрались бы. Вот именно в таком же варианте, тоже рисованное, тоже двухмерное, либо там максимум... Косоугольная проекция и все такое. Без всякого 3D сраного. Без всратых персонажей, как в Бартлтотсе. Как бы было бы здорово. Вот, 95-й год, да. Как раз с этих челиков и срисованы гидралиски. Потому что StarCraft где-то 99-й, наверное, вышел. Либо 2000-й. Не 2000-й. А может и в 2000-й. Оп, Super Hero Progress. Оу, е! 100%! Да.